Современные исследования подтверждают значимую роль микробиома кишечника в регуляции психических функций, в частности, настроения и поведения. Кроме того, исследования последних лет доказали, что неправильное питание в значительной степени коррелирует с депрессивными расстройствами и является одним из факторов риска развития депрессии. Взаимоотношения пищеварительной и нервной систем регулируются посредством оси кишечник-мозг, двунаправленной коммуникативной системы, с помощью которой мозг управляет функциями ЖКТ и наоборот. Как ни удивительно, некоторые штаммы бактерий оказывают прямое влияние на работу центральной нервной системы и, как следствие, стабилизируют настроение, помогают в борьбе со стрессом и депрессией. Специалисты называют такие микроорганизмы психобиотиками, правильные пропорции которых положительно сказываются на психическом здоровье. Психобиотики нормализуют эмоциональное состояние несколькими способами. Во-первых, вырабатывают важные нейромедиаторы и их предшественники, такие как гамма-аминомасляная кислота, дофамин, адреналин, серотонин, которые в свою очередь воздействуют на наши мысли, чувства и поведение. 90-95% серотонина синтезируется клетками кишечника, и только 5-10% образуются в нейронах центральной нервной системы. Во-вторых, представители нормальной микробиоты защищают стенки кишечника, укрепляя слизистую оболочку и ограждая кровоток от патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. В-третьих, психобиотики снижают активность патогенов, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, тем самым избавляя желудочно-кишечный тракт от воспалительных процессов, токсичность которых часто служит причиной депрессивных проявлений. Компания ArtLife представляет первый психобиотик в линейке биотехнологического направления PanBiolact Mental. PanBiolact Mental содержит комплекс из трех специализированных штаммов Lactobacillus reuteri, комбинацию из 10 штаммов молочно-кислых бактерий, лизированный консорциум Lactobacillus reuteri на биоферментированной клетчатке, а также другие нутриенты. Для коррекции психоэмоционального состояния человека наибольшее значение имеют специализированные штаммы Lactobacillus reuteri. В ходе ряда исследований было установлено, что колонизация человеческого организма, кишечника человека, микроорганизмом вида Lactobacillus reuteri приводит к нескольким положительным эффектам. Первый из них – это увеличение выработки окситоцина. Окситоцин является гормоном, который отвечает за социализацию человека, уменьшает уровень тревожности и улучшает доверительные отношения между людьми. Второй эффект – это уменьшение депрессивности у человека за счет нормализации метаболизма триптофана. А триптофан, в свою очередь, является предшественником серотонина, гормона счастья. И третий эффект – это то, что Lactobacillus reuteri являются безусловным пробиотическим микроорганизмом и сдвигают весь микробиоценоз кишечника человека в оптимальную сторону. Преимущество комплекса PanBiolact Mental. Содержит специальные штаммы, которые воздействуют на ось кишечник-мозг. Запатентованная технология защиты бактерий. Повышает концентрацию окситоцина в сыворотке крови в среднем в 2 раза. Разрешен детям с года. Разрешен беременным и кормящим женщинам. Эффективность доказана клинически. Показания к применению. Синдром менеджера. Нарушение работы нервной системы. Депрессивные состояния. Синдром раздраженного кишечника. Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Расстройство аутистического спектра. Профилактика РАС во время беременности и в период лактации. Подросткам в пубертатном периоде. Пожилым людям при снижении когнитивных функций, нейродегенеративных заболеваниях, раздражительности, рассеянности. PanBiolact Mental. С заботой о ментальном здоровье.